И всем привет, дорогие подписчики, зрители и гости моего канала. Сегодня я святик запишу для вас очередной LP Tank Online. Сегодня будем играть на моей любимой Horned Rails, в моей любимой красочке One Hot. HRVR. Просто не нашел HR-шки обычные. Вы знаете, не люблю HRVR. Ну, о, у нас есть фишка. Будем надеяться, что сейчас красивенько все запишем, вам понравится. Тут флешек. Я зашел на карту, там вижу 4-0 против нас. И будем пытаться затащить. О чем я в этом летсплее хотел поговорить? Ну, во-первых, вот об этом. Стоп, 164 часа, вы вроде на полгода забанили. Ну ладно, не суть. По идее, должно было быть сейчас 4500 часов опять. Но 164 часа меня это радует. Видимо, мне спросили наказание, я в поддержку написал. Они сказали, мы с ним ничего не можем делать, но, видимо, они решили все-таки надо мной немножечко пошутить, когда они сказали, что ничего не могут сделать, и, как видимо, они мне уменьшили наказание с полугода до месяца. Ну, спасибо им за это большое. Сейчас по 24 часа даже, по-моему, неделя. То есть, ну, так, ну, неплохо. Молодцы, спасибо им большое за это. Против нас фуловая команда Васпидов. Это не может меня не расстраивать. Бомб, жопку получил. Отлично. Ну, и хотел обсудить, конечно же, то, что вас теперь уже 600. Сколько? 700. 600! Я очень рад, ребят. Если ошибаюсь, простите, конечно. Но это для меня много значит. Спасибо вам большое. Единственное, что, конечно, видно, что за год ты столько набрал. Хотя стараюсь видеть для вас качественные видосы. Но, надеюсь, еще за год мы наберем в два раза больше, и будет все красиво и хорошо. Вот, блин, не успел его остановить, и сбить ему лицо тоже. Ну, это будет такой видосик, я думаю, коротенький. Может быть, сейчас сыграем две битвы. Я сейчас, наверное, встану на паузу. И мы продолжим играть. Красиво для вас запишу. Еще раз говорю, спасибо вам большое за подписчики. Просто у меня такой юбилейчик, все такое радость. Просто все классно. Все, давайте им прервемся и вернемся буквально там для вас через секунду. Ну все, ребят, я к вам вернулся. Сейчас я туханчик. Фум. Нельзя по нашей базе кататься, когда уже го. Так, ну что. Их. А, еще не го, их три. Ладно, прервемся еще раз. Ах, это не, он уже вступил, вот. Блин, ну наши, конечно, немножко неадекватно, не доставили флаг, пока у них еще не все прогрузились, это немножко не по делу так делать. Но ничего страшного, я думаю. Думаю, вы это им простите. Ну, такие вот у нас тиммейты. Видимо, они слишком обиделись, что их нагнули в прошлый раз. С жестким счетом. Ой, флажок почти доставили. Ой, пацаны, я вам... А, это слабо. Мы потеряли флаг, да? Бам. О, как красиво попал. Не, я вести не буду, я не рак. Я вот так прям скину. Туханчика. Ой, ну блядь, почти попал. Так. Ну что, все уже прогрузились, как я вижу. И можно смело начинать бой. Да. Сегодня, кроме этого, летсплея выйдет еще за ЛП. За мы второго все так долго ждали. Мне сегодня написали, что у меня за ЛП уже не тот. Скатился, отписка, а дизлайк. Короче. Ну, ребята, могу вам смело объяснить, если вы так считаете, могу вам обещать, что двойные фонды, просто ждите двойных фондов, и буквально там за день после них выйдет, как вы любите, с Назиком, с бомбежкой, со всеми делами, в общем, как вам нравится, все, пацаны, все для вас. Да, ну, если вам интересна моя жизнь, то в последнее время в моей жизни ничего такого особо не произошло, ну, кроме того, что, как бы, я потрахался с 14-летней, немножечко так, прикол в том, что я не знал, сколько лет вообще, я вообще не знал, она на меня глазом немножко нажралась, полезла на меня, ну и случилось то, чего я как бы вообще не ожидал, вообще никто не ожидал, потом меня чуть не отпиздили ее родители, но, слава богу, мой брат вовремя вызвал такси и мы съебались. И вот сейчас, я вчерашний день был весь охуевший, вот просто реально весь день охуевал с этого. Потом еще с ней переписывался. Она тоже была охуевшая, типа какого хуя меня так вынесла. Я говорю, блядь, меньше пить надо. В общем, пиздец, короче, пацаны. Да, вот херня мне произошла. Потом еще с своей подругой по скайпу базарил, она так с ней угорала, это капец. В общем, просто, ну реально, ну не знала, пацаны, сколько ей лет, ну похуй, в принципе, на самом деле, что похуже. Ничего уже об этом говорить. Ну, а кроме этого, в принципе, нихуя мне интересного в жизни не произошло. Да. Ну, и кроме того, что разве что забанили ПТО, ну, это хуйня.
Это через недельку у меня снова будет уже. Я просто, блядь, я не знал, что нельзя вообще даже просто завуалированно написать. Я просто в чате всегда спросил, как дела, и я такой, оп, выдал такую тираду про это все. Блядь, ну как-то слишком легко, ну посмотрите, 5-0, ну что это говно, блядь, где нормальные противники? Сейчас нормальных противников, кто бы тебе для хуй не ешь, аж пипец. Здесь... Ох, ты же лох. Оп-оп-оп, не убегу, не убегу, не убегу. А сейчас зарядим. А сейчас... Ах ты ж сука, вот это был неждан. Ну ладно. Насчет XT. Насчет этого обновления, что сделают премиум акк. Я, в принципе, мне это обновление по душе. То есть я смогу себе купить наконец-то XT, который давно хотел. Например, я очень хочу Грома XT4, просто прямо чтобы обоссаться как хочу. Но прикол в том, что для этого нужно задонатить, а денег у меня нихера. Если бы я не выбивал бы, не потратил бы 220 тысяч на выбивание XT, которое нихера не выбил, а даже не залил на канал, потому что видос крашнул, то, конечно же, я бы купил бы Грома XT, как только выйдет и всем на день дадутся премка. А так у меня он, получается, будет к Новому году. То есть если такой подарочек сделаю, я надеюсь, я после зимней сессии соберу мозги в кучку и выйду на стипендию. Ну и плюс я хочу найти работу. Работу я уверен, что я смогу найти. Вот не знаю, смогу ли я выйти на стипендию, но насчет работы я уверен, что мне работа какая-то подвернется. Это просто, ну, не может быть так, что я, блядь, 2 года ищу работу и нихуя не могу найти. Должно мне все-таки повезти, блядь, в жизни. В общем, задоначу себе и куплю себе, конечно, ебать, Грома XT, Васп XT хочу, ну, Жигу XT тоже неплохо было бы на вас по Жиге рассекать XT-шник. Ой, блядь, посмотрите, вот ТО, это танк Ирландии. Так, ну, что тут, пацан, ты думал, ты доставишь? Нет, сорян, ты как бы не доставишь. Я тоже не доставлю, потому что не следил. Ну, ладно, пацан, ты доставишь, хорошо, ты заслужил. Нет, не доставишь, блядь, ну, вы этого Васпа хоть сольете? Ой, блядь, ну конечно, не сольете. Потому что, блядь, некому. Отлично. Так, я ведь сегодня получил, я молодец. Тут 20 сдохший, там кто-то живой. Сейчас мы ему зарядим так хорошенечко. Теперь съебывать надо. О, да, конечно. Вот смотрите, вот только-только мы шитлага привезли, только они начали играть. И так вот всегда. Не знаю, в последнее время какой ход на не заходит, постоянно такая ебень, что либо противники слишком скиллы, либо противники слишком нубы. Ну как, слишком скиллы для меня это не проблема, если бы мы играли вчетвером, но обычно мы тиммейты кажутся немножко нубы, и мы нихуя не можем сделать, это нормально играющая команда. А вот как раньше, блин, мы четвером конфой закатываемся на песочек, ждем, кто хоть какие-то нубы, мы просим их выйти, или пересоздаем карту, ждем конфы. И играем нормально, конфа на конфу, блин, ХРК, это просто божественно. Так, давайте он идем, вот тут на рельсе ложная была, сейчас моя будет. Ах ты ж сука, никто не выехал. Блять, ну хорошо хоть не дабл, ну вот хор, ты молодец, ты прям ждал, что меня убьют, молодец, умничка. Так, 7-0. Давайте сделаем их 10-0, короче, сыграем еще одну каточку, и на этом, я думаю, можно расплей заканчивать. Я надеюсь, следующая катка у нас сейчас пойдет с сопротивлением. А, блять, посмотрите. Конечно, надо мне фокусить. Да что, блядь, я здесь даже не XT, я просто в луноходе. Давайте еще раз внизу сейчас проверим, а ну-ка. Да, все-таки 164 часа. Не, ну это не может не радовать меня, конечно, что меня полгода наказания скинули до 165 часов до недельки. Это просто меня очень-очень радует, как будто бы громкости получил. Ну, на самом деле, просто в чате вообще ни хера не буду писать, когда выйду из бана, потому что, ну, ебать, это слишком опасно сейчас мне что-то писать. Я столько раз уже был в бане, сначала на месяц, потом еще раз на месяц. Короче, 4 раза подряд был в бане на месяц. Да, вот такой вот я умный человек. Потом, что потом? Суп с котом. Ах ты ж, говнакус, ух ты, пиздец. Ну да, потом я был, сука. Ну да, 3 раза подряд на месяц, потом на недельку, потом еще раз на месяц. И потом такой хлобысь на полгода просто написал 1-2-3 в чат, и такой хуяк полгода. Слишком быстро написал, знаете, типа 1-2-3 го, и все. И такой, блядь, ну, го, конечно, го, блядь. Го в бан на полгода, пидор. Смотрите, мне уже, нет, мы не должны им дать один флаг даже. Это будет слишком жирно для них. Все там тэфоловый, ну ладно, хорошо. Давайте сейчас вот так вот поедем, типа такие мы никого не боимся, и не знаем, ой, тут что флаг стоит, ой, блядь, нет. Ну какого хуя мне прилетело с центра, блядь? Ладно, он на одну еще и был, ну пиздец, я мог вернуть.
Так, нет, тут вас такой кто поджидает, типа, чтоб мы вернем, а он нас подберет, а хуй тебе в рот. Пидор, а? Не хочет он хуй сосать, ну ладно. Бам. Да стоп, все ебали. Так, давайте на риску потратить. Ох ты ж даун, блядь, как можно было... Да сука! Посмотрите, сколько там, три дырки от 3x, это пиздец. Три чувака так скосили именно в тот уголок. Именно вот, муа. Ой, давай, вас, если успеешь, ты бог. Нет, ты не успеешь, ну ладно. Давайте зарядим вот этому потоку. Вот так вот, нежданно ему. Кстати, у меня сейчас, если вы заметили, будет 2 888 888. Прям такое число, аж охуенски пиздатое. Так, давайте сейчас заряжаем рельсу, потому что... Оп, избивает нахуй. Ну, меня, конечно, убьют, но зато я сбил тому после рельсу. Так. Плюс один к силу. Так. Ну что за пиздец происходит здесь? Ой, блядь, задомик, задомик, задомик. Ой, блядь, ой, бля, ох, ты ж вообще скиллово скинуло, видели? Просто как бог. Блять, как батька. Ах ты ж мразь, ебаная. Ладно. Ах ты ж. Ох ты ж, блядь! Васик, ва! Ах ты ж, сука! Все, они класс поставили. Ладно, ладно, хорошо, пацаны, хорошо. Я думал в ноль вас катать, а вы, оказывается, тут выебистые сильно. Ну, блядь, если бы мне этот дабл килл, если бы сейчас не вступил, конечно, хуй бы не доставили. Мы бы держали бы этот размен сколько угодно долго. Так, я не знаю, попал ли или нет, скорее всего, нет. Сука, хули вот я на дабл стою, что у меня за карма? Пошел нахуй. Так. Выкосы нубы. Ты, блядь, сука, на себя посмотри, конченое ты говнище, блядь. Косые нубы. Ты, сука, рожа косая. Блядь, ну вот что. Ах ты ж. Ой, бля, я думал, там чувак стоит, думал, сейчас ему сюрприз сделать. А, нихуя. Давайте сделаем вот так, короче, и поедем, вернем флаг, что ли. Пам. Давай, давай, Васик, ну. Ну, блядь. Ох ты ж, сука, вот я нуб. Ладно. Возвратил? Еще два флага проебем? Не, ну это гон, пацаны, это что-то гон. Так, вот я уже сейчас начинаю опасаться за эту катку, потому что я думал, мы сейчас в ноль катаем, а уже 7-2. Уже не в ноль, понимаете? Ох, как хорошо тогда. Давайте Зевсу сейчас оплюханчик дадим. Оп. Васик, ты еблан. Хвала Господу, что я ему сбил рису. Так. Оу, Jesus Christ. Ну ебать. Давайте поставим флаг на базе и похуй, тут тиммейт. Если что, виноват меня, а тиммейты. Так. О-о-о, давай успей, сука. Баус. Давай, 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 давай. Умничка, умничка, красавчик. Пиздык, гоп. 8-2. Я на последнем месте, вообще не знаю, кого хуя. Видимо, я флагов мало таскал. Флагов. Так. Что мы будем делать? Мы будем конем деваться. Почему конем? Потому что я люблю коней. Ах ты ж, сука! Ай-яй-яй, сука. Оп, давайте... Не, не получилось. Ладно. Насать. Прям бро. Ой, посмотрите, уже 2-8-8-8. Остасать у вас попросим. Как думаете, до конца катки я набью себе? Короче, эту хуйню. Восьмерочку или хуя. Я восьмерочка. Ты издык. Так. Сейчас посмотрим. Если я доставлю флажок, даже два флажка, тогда набью, конечно. Ты избык промазал. Ну, блядь, у меня нет рельсы. Давайте левка тормознем, чтобы его наебать. Да, сам себя наебал, ладно. 8-3. Хорошо. Нет, не 8-3. Ебануться. Наши молодцы. Делать не обряд. Оп, что, не ожидал, что я, блядь, попаду к тебе? Пидорас. Ты не знал, что ты не попадешь, да? Пидорас. Так, пидорас. Они все поехали со стороны. О, давайте этому пидорасу сделаем сюрприз. Мудафуко. Все, мудафук, мудафук, мудафук. Давайте сольем вот этот днище. А, блядь, он еще... Ой, блядь, ой, дабл, ой, ёб твою мать. Ой, это хуёво, ой, это, вот эту штуку мы собьем. Васик, давай, заряжай, поц! Вот даун. Так, ну что у нас там по опыту? О, уже 4 восьмерки. Охуе, а, не все четыре. Ладно. Так. Ну вот прикольно сейчас красиво. Я люблю мне красивые числа, но, сука, постоянно я их пропускаю. Вот вижу, вот сейчас красивое число, надо не пропустить. Надо не пропустить, потом увлекаюсь в бой, если там какой-то жесткий там бой идет.
увлекаюсь в него, короче, и все, и забываю затем про это ебучее число, что хотел его заскринить. Ну и похуй. В фотошопе можно и титул нарисовать до пизды. 8-4, вы посмотрите, блядь, нам осталось его ставить до флага, мы, блин, не можем это сделать. Это что за пиздос, объясните, пожалуйста. Вот давайте этого сейчас застрахуем, братуху застрахуем. Вот, получаем лицо, когда он. Еще и косим, когда он, еще и сливаемся, когда он. Видите, пацаны, я умею играть, когда он. Смотрите. Так. 9-4 у нас счет. Скорее всего, этой катке я так и не набью себе количество опытов. Так. Оп, тормознем. Оп, зря. Но все равно флаг я возьму. Ох ты ж гандон, ебаный. Ладно, висту в жопу. Если сейчас меня застрахуют, я хорошо доставлю, будет пизда-то. Но там, по-моему, кто-то едет, да? Ну я. Блять, не слею. Ну ладно, если чувак успеет, то нет. Давай, слей ее нахуй. А тебе съебай нахуй отсюда, потому что ты сейчас солю. Так, 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 чувак, держись, чувак, держись, чувак, держись, Не, ну вы видели? Какой же еблан. Давайте сольем эту суку напоследок. А, флаг еще не у нас. Я в ахуе, блядь. Блять, косой ублюдок. Ох ты ж, бля. Ох ты ж, бля. Да что за пиздец происходит на карте? Посмотрите, это ж пиздец. Так, 9-4, блядь, нам нужно затащить и не слить. А то пиздец будет, вы что? Так. Ну куда ты иначе? Оп-оп-оп, пошел нахуй, блядь! Ну ты сука олень, ну ты сука ленина тупая. Так, летим на рек. Мне уже начинать немножечко бомбить, потому что это пиздец. Мы, блядь, шли к нулю, а сейчас играем 9-5. Опа, ну сука! Так, вот давайте зарядим вот этой мрази! Ладно, не зли для этой мрази, но зайди для этой мрази, это уже хорошо. Так, секунду, мне нужно... Ау, да. От лежи рельсу. Мы просираем 9-6, поздравляю. То есть не просираем, а выиграю, конечно, пока. Но, блядь. Но, блядь. Вы понимаете, что это за пиздец? Так, если эта лиса успела выдаться, то я дал дабл и красивую, причем. Если не успела, то это хуево. Так, у нас справа едет мразь. Сейчас на этой мразе сделаем вот так вот. Ох, как охуенно, если попал, то это было просто по скиллу, просто ебать как охуенно. Сейчас давайте... Да, я попал, и прикиньте, это такое красивое рель было, шо. Еще не потерял весь скилл. Я уже думал, все, вы не так отпустил скилл. Блядь, ну что это за пиздата? Так, ну что, блядь, ты что, его слить хочешь, сука, гандон, ебаный мразь? Пошел нахуй, если я еще сейчас до сюда доеду! Да, доехал, блядь. Пошел, нахуй, доставка, ука, как говорит Афлопой, доставка, все, доставка флага, мы молодцы, мы на сосем концы. Давайте сразу начнем стреляться, ребята, потому что я хочу число набить, а идти в другой бой я не хочу, мы лен, ах ты шо лен, задний кен сейчас он не топал, он лох ебаный, он обаный лох, лови метельку, падло. Что падло? Что, блядь, падло? Слышь? Найс. Смотрите, нас 2 на 2. Ёбана. Давайте сольём вот эту штуку. Ладно, давайте, знаете, что сделаем? Видали, что я сделал, да? Вау, я набрал всю карту сразу, да ещё и хэр, а не вэр. Вау, да вы что? Кстати. Так, знаете что? Давайте напишем ГУ. А я не могу писать. Сука! Ладно. Окрасть. Просто сейчас набьем красивое число. Смотрите, уже у меня целых 4 восьмерки. И не подряд, конечно, 4 восьмерки. Это пизда, да. Ах ты ж говно. У них истишное говно есть. Оп. Оп, мусорок. Мишей мне срок. Что-то там жопу свою поломала. Хоп. Не получилось по скиллу, как в прошлый раз. Давайте флаг вернем, чтобы опыт получить хотя бы там 2-3. Так. Оп. Трахает малыш. Жоп. Он себя ведет. Оп. Что я, блядь, несу? Долбоёб. Ёп. Так. Смотрите, как красиво. Невыносимо. Жопу ебать. Тебя.
ER. Так. Где все враги? А, вон там вижу, блядь. Только он не будет засовывать, потому что он знает, что я здесь. Это плохо, что он знает, что я здесь. Я хотел ему сделать сюрприз. Если тут сейчас какая-то спидерка залезет, это будет хуёво. Смотрите, смотрите, он что, высовывается? Нет, он не высовывается, он не даун. Давайте тогда атакуем его. Там, по аналу! Ладно. Не получилось банал, получится в жопу. Ебать, я шутил. Так, если 300 опыта, получается, мне нужно набить тут всего лишь 150 очков. Ну это же изи. Блять, говно! Слышь, блять, я умею увора... Ну ты тоже, ладно, говно. Ебаный. Опа, блять, Америка, Европа, Индия, Китай! Скорее, хуй сосай! Ох, как я попал в тебя, мразь! И сейчас наш какой-нибудь хорёк сейчас красиво попадет и просто нахуй пойдет. Ладно. Давайте сделаем вот так. Пуф. Чтобы эта сука получила плюханчик. А потом мы ему выебем ванданчик. Блять. Нехуй так стрелять, как долбоёб. Потому что, блять, надо стрелять нормально. Нормально. Сука! Голд. Прямо целый голд. Голдовый такой голд, знаете, такой золотая коробочка. Вот это я люблю, это я люблю. Это даже, знаете, наверное, не, мы ничего не будем насрать, просто у Слея есть голд и укажу тайм-код. Он прям самый центр дохуя. Ясно, ясно, ясно. Надо не получить рель от врага. И все будет пиздато. Так, как это? Главное не просрать вот врага, который будет ехать вот оттуда, да, вон он там сзади, он хочет уже этот рель, я чувствую. Прям чувствую его рель на себе. Так. А, он хоть здесь флаг, ну, походу, берет. Не на флаг, так, я сейчас хочу голд. Потому что, блядь, стрельнул и улыбный хэр. Так, летит, летит, сейчас медленно, медленно, спокойненько. Делаем вот так вот, бум! И забираем, забираем ящик! О! Пацаны, я забрал его! Пацаны, я молодец, да? Да, я молодец, правда? Я такой молодец, что просто пиздец. Охуеть можно, блядь. Правда, да? Охуеть. Охуеть, молодец, какой я. Забрал ящик. О, congratulations мне пишут, блядь. Да спасибо, пацаны, я охуенно, не знаю. Ничего с ним не поделаешь, с моей охуенностью ничего не поделаешь, это врождённо. Так, наёб твою мать. Так, знаете что, давайте, обосрёмся. Ну уже, о, видите, как мы начали обсираться, вот мы молодцы. Вот я только сказал, давайте обосрёмся, вы прям сразу начали обсираться. Видите, вот как хорошо обсираемся. А уже все в говном застались. Так, давайте, вот ты пот, что ты делаешь, ебана... А, это лаги, прости, прости, чувак, я забыл, что это у нас... Это ТО, блядь, а не нормальная игра, прости. Я немножечко попутал. Ты у вас нормальной игрой. Вот такое редко бывает, потому что ты у вас не перепутаешь с нормальной игрой, потому что кусок говна. Так, ну. Чё у нас там, блядь? Давайте дадим. Вот такую вот тут, сука, своего дал! Слава богу, тут нет огня по своему. Пошел нахуй. Слышь ты, блядь, ты думал, купил XT и скилл появится? А, ну да, ты его не купил, ты его выбил. Ну ладно, думал, тебе повезло выбить XT, думал, скилл появится, да? Кусок говна, блядь. Дебучего. Пусть это нацеленький. Так. Давайте, знаете что? Ой, привет, XT, как я тебя люблю! О, ты сука, надо было раньше заряжать рельсу. Так, 598. Класс, еще, еще 100 очков надо. Смотрите, смотрите. Бух, сука. Бух, сука. Вот тебе ход ебаный. XT, XT ебаный. Ты, блядь, ты не шути тут, блядь. А то же я поверю. Так. Куда, сука? Бля, ох ты ж, блядь, ебаная стенка, сука, текстуры ебучие, ненавижу вас, блядь. Орех, орех, как говорит Жекомик. Орех, ебучий ты, орех. Так. Поправить член надо по времени расплея, конечно, обязательно. А еще надо было обязательно об этом слух сказать, ну да, я ж, сука, припотышу немножечко. Так, ну дадим сюда. Дадим рельсу вот сюда. Пошел нахуй, моя лица была первая, я так что тебя нагну. Если меня не сведет другой враг. Да, я тебя нагну. На и. Так. Ну что, другой враг еблан. Не зарядил сразу средства. Так. Ну, берут у нас флаг. Он срает рельсу, а я ему даю плюхан. Оп. Пацан мой хуй. Пацан. Получил плюхан тоже. Вот-вот-вот, сейчас вражеский флаг нужно не проебать. Смотрите, он уже, блядь, на нашей базе. Нам доставить у них удел. Ну, может, ты, блядь, поедешь его доставлять? Давай-давай-давай-давай, припоты, давай-давай-давай-давай.
Давай, чтоб сейчас видели. Ладно, жмите. Оп, пошел нахуй. Так. Что будем делать? Ох, как красиво полетели случаи, ох, как орел. Полетел как орел просто. Смотрите, смотрите, бам, как красиво, ты попал, счастливчик, блядь, никуда, охуенный просто, вообще, блядь, на, сука, получи реально мразь, распишись. Распишись, сука, сказал. Куда ты, сука, стоишь? Ой, ты, блядь, дебил. Ладно, я дебил. Опа, наслил, оп, вернул, просто, муа, красавчик, миссис Портесес, чё, ебанутая, блядь, ставит такой ник, миссис Портесес, он же пидор, все знают. Так, пух. Блять, вот мог попасть из крылатого уёбка, но не попал к крылатому уёбке. Это плохо, крылатых уёбков нужно попадать. Отвечаю, блять. Вот просто нужно брать и попадать этих уёбков, блять. Опа, лут, ох ты, сука, что я так кашу, блять. Ой, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, салют. Крылатый ты уёбок, если бы я в тебя попал, хуй бы ты меня слил, понял, сука? Так. 776, блядь, вообще. 777 были бы просто охуительно. 2888777, просто, блядь, вообще базисно нахуй. Хули ты тут рифтуешь, блядь, на флагу? Может доставишь, блядь, если будешь выебываться? То выебывайся у тебя во дворе, блядь, там на песочнице, ты уебок. Еще не хватает скилла, чтобы только выебываться на песочнице, блядь. На, сука, получи, распишись. 20 очков, блядь, куста. Что, сука, что, сука, что, сука. Оп, прыгаешь ты, блядь. Ладно, я решил выбрать не крылатого уебка, а тот, который прыгает. Прыгающего уебка. Смотрите, 4 восьмерки. Сейчас главное не проебать момент. Бум. Смотрите. 46. Сейчас, короче, выстрел дам и все. Смотрите. Хоп. Блять, ебанат. Ой, как красиво. Ты так красиво. Невыносимо. Рядом с тобою. Жрать говно. Так, вот здесь сейчас я. Вот ты крылатый уебок. Ты должен был быть моим. Смотрите. Придыч! Смотрите, 50, ровно 50. Это хорошо. Давайте вот так вот сделим. Бух. Давайте. Нет. Что давайте? Давайте пернем. И не обосрёмся. 74. Ох ты ж, сука. Так, давайте, знаете что? Мне все равно на тобой насрать. Поэтому. А я хочу число. Я хочу впервые выбить нормально, сука, это ебучее красивое число. Давайте сделаем прыжок. И. Сука! Ёбаный повышенный опыт, и как я мог про него забыть? Ну вы видели, у меня сейчас был шанс набить восьмерки, я уже начал говорить, давайте свалим с этой битвы и попробую зиткой набить. Не, с другой стороны, я зиткой все равно не набил, потому что минимальное получаемое очко зиткой с повышенным это 2. А у меня там было нечетное число, поэтому получилось все равно не все восьмерки, поэтому не так, как бы ладно, пусть будет тоже красиво. Я увидел 4. Ебать, второй гол! Второй гол! Охуеть! Слава богу, блядь, что у меня хватило мозгов не выйти с этой битвы. Слава богу, сука. Боже, я благодарен судьбе. Иди сюда, кусок ты говнеца. Ты еще и скосил, ублюдок. Ну, блядь, жалко, не хватило самоуничтожения, чтобы там расселись. Так, вот сейчас вопрос номер один, где гол? Конечно же, он всегда это вопрос номер один. Вот этот пидор разобил лицо. О, я нашел гол, давайте этому, суке, дадим вот так вот плюханчик. Чтобы он недолго не думал. Сука. Летит гол. Давайте вот эту. Сука, вот, блядь, хотел обломать, сука, но обломался сам. Видите, этот гол я ввел себя как рычина. Если бы я этому просто не давал бы лицо, поехал бы сразу наверх и пробовал бы дать лицу тому дауну. И попробовал бы спрыгнуть. Может быть, у меня что-то бы получилось. Но нет, я, блядь, охуенный. Я, наверное, гол должен обязательно кого-то слить. Так, бам, две рельсы. Нет, одна. Да, блять, ладно, вторая все-таки прилетела, не заставила себя слишком долго ждать. Реально, ну... Вы видели эту релю, боже мой, ты просто гений, нахуй. Вот если бы ты бы еще флаг успел бы вернуть и не дать доставить врагам, ты бы просто был божественным, чувак. Просто охуенен, красавчик. Мои тебе просто наилучшие пожелания. Да пизду вперед, не ссы. Я крылатого ёбка дам. Пошел нахуй! Вот, блядь, был бы ты на одну. Так красиво вернулся двух рельс, а под третью сам поехал просто. Давай мне рельсу, вот я в лоб, тебе смотрю, давай рельсу, сука, мне, давай мне в ебло, рельсой, плюнь так, фу, рельсой, сука. Так, вот, пошел нахуй. Давайте сейчас заныкаемся в этой штуке. Так. Ну и где ты, говно ебучее? Ну давай, высунься, давай. Знаю, что ты собираешься его слить, давай. Бах. О, чувак, ты красавчик, сам справился. Ладно.
5-3. Мне уже интересно, кто тут победит. Скорее всего, мы сольемся. Оп, на тебе, сука, в жопу. В минус, ляг, сука. Так. Оу, май гад. Сука, ну ладно, мы тут слили, конечно. А, в принципе, насрать, потому что бой интересный. Два голда. Я пофанился. Я почти смог набить это ебучее число двойным... Ну, по крайней мере, я постараюсь заснять 2 и куча девяток, и... Какой куча, блядь, 6 девяток. И 3, короче, и нолики, дохуя ноликов, тоже 6 ноликов, а то пытаюсь стрелять 3 ляма ровно. Это будет довольно скоро, я думаю, потому что я постоянно буду платить вышку и постоянно буду выполнять ебучие задания на кри, потому что, ну, блядь, я все до Нового года, ну, конечно, я буду донатить, но я хочу, чтобы у меня еще были на счету 1500, чтобы когда я начал, мне было лям 300, и эти лям 300 просто охуенненько вкладываю в красочки, в экстишечки, в прокачечки. И, блядь, куда, по-моему, 1 300 000 это сумма, чтобы вложить микропрокачки всю. Поэтому микропрокачки мне нихуя не хватит, я куплю Гром XT, Васп XT, Жигу XT, Молота, Диктатора, Мамонта, возможно, куплю. Куплю себе Африку, не знаю, может быть, Тину. И Продиджи. Хочу, вот хочу, нет, даже Тину не буду брать, куплю себе, блядь, ебаный Продиджи, потому что я давно очень хочу, а мне нет. Это занудка. Я хочу поучаствовать в пеночках и так далее. Прикалываться, может быть, куплю себе 1500 нафты. То есть вот такое примерно все сделал завтра на Новый год. Для этого мне нужно набить где-то 500 тысяч так, плюс 700-750 тысяч евро, знаешь. Это самый большой комплект, за 700 гривен получается, за гривну получается 1000. То есть такой нормальный такой курс обмена этих самых кристаллов. И вот такая вот хрень получится. И плюс с этим комплектом по-любому выливаться прем, то есть я спокойненько себе закуплю всех фишками. Ну что ж, ребят, всем спасибо, что смотрели мой летплейчик. Если вам понравилось, как я сегодня в адеквате базарил, то все красивенько, все охуенненько, так, мне самому такой живенький летплей получился, нормально комментировал. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всех люблю вас, 600 человек. Спасибо вам. Удачи. Пока.